что ж, ты готов сыграть? Да. Подожди. Миш, у меня для тебя одно важное признание. В отличие от тебя трехлетнего, я 40-летний лоб. Играть в шахматы не умею. Поэтому мы тебе нашли достойного противника. Я приглашаю в эту студию 12-го чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера, заслуженного мастера спорта СССР Анатолия Карпова.